И снова здравствуйте, всем привет. И так захотелось еще попробовать анимацию, где он пьет воду. Это уже из игрушки тоже. Так, это значит, опять же, базовый оставлю. Первый вот этот. И вот этот кадр, как всегда, на первый перейду. End panel screencast key. Так, и подгрузим теперь, значит, пустышку. Shift A, сочетание клавиш, арматура. А зачем мне арматура? Shift A, значит, empty. Empty image. Делаем S. И подгружаем сюда, значит, обрезку именно из игры. Так, где он тут пьет воду? Вот она, вода. Так, еще раз S. Семерка на numpad. Это R. Делаем перекрутку. Единица. R перекручиваем. И посмотрим, что получится. Так, это выше. Тройка на numpad. Вбок. Так. Поставим. Давайте 300 кадров. И посмотрим, где он тут. Я вот по нему не буду, наверное, ориентироваться. Буду ориентироваться вот по тем данным, по данным этим гаврикам. А ну-ка. Так. Ну, вот с этого момента и начнем, наверное. Это начало будет 145 пока. Потом все передвинется. А конечный будет... Конечный будет, пускай, 300. Так, погнали. Так, на 150-м он должен сесть. Так, лапы. Слишком далеко. Выбираем кости, заходим в постмод. И сейчас немножко тут подкорректируем персонажа. Так, это сюда. Единица на numpad. Давайте G, R, лапы расслабим. Ну, как-то так. А, и прописка, это значит G пойдет на начало. Так, а на 150-м нужно теперь скопировать Shift D вот этот кадр. И его чуть-чуть переделать. Значит так, он здесь садится. Делаем G. Делаем R. Еще позвоночник чуть-чуть. Так, не этот, наверное, вот этот перекручиваем. Так, вот этот тоже еще пониже. Голову. Выравниваем. Так. Ну, наверное, еще пониже его опустить. Так, теперь лапы. Что у нас тут на картинке? Так, лапы выходят вперед. Вот так вот. В локтях это все дело надо перекрутить. Так, теперь эту лапу. G сюда. Перекручиваем.
Так, эту тоже перекручиваем. Это я, наверное, переборщил. Так, это R чуть. Разводим их, наверное. Таз. Чуть-чуть корректируем на ногу. Ну, где-то так. Так, а вот здесь вот у него посадка еще больше, да? Так, а как же? Так, если вот так вот сделать и G чуть-чуть назад. Тогда, значит, эти лапы. Чуть-чуть вниз. Ну, где-то так, да? А, и прописка. Садится. Так, и теперь надо две руки скрестить. Пробуем. Значит, R. Делается перекрутка, подводится. Чуть-чуть вот так вот поменьше. И вот эта часть тоже вот сюда. Так, это делается тоже перекрутка. И руки должны зайти в воду. Ну, как-то так, наверное. Теперь голова, значит, смотрит на руки. Эй, кто тут еще плохо себя ведет? Вот так перекруточка. Прописка. Значит, А и так, вот этот кадр, значит, G на 159. Так, а как же с руками теперь поступить? А с руками мы поступим вот так. Значит, что? Этот палец ближе к этому. Так, эта фаланга еще ближе идет. Так. Это тоже ближе. Ну и это также соответственно. Так, этот палец загинаем. И вот эти фаланги, так, вот эти вот фаланги нужно подсогнуть. Значит, что делаем? Вот эти выбираем первые фаланги. Так, Ctrl-Z. Чуть-чуть их подгинаем. Теперь выбираем вот эти фаланги. Опять есть неудобство. Да, едить-то. Значит, будем по отдельности их выделять. Так, и вот эти фаланги тоже подгинаем. Этот палец поближе.
Нормально. Так, теперь с этой рукой то же самое сделаем. Так, значит, это R. Это тоже вот сюда. Угу. А это идет вот поближе к этому. Чтобы вода не вытекала. Так, теперь опять же подгибаем вот эти фаланги. И выбираем вторые. Делаем то же самое. И надеюсь, сейчас вот после этого гемора будет все веселей и радостней. Так. Ну а теперь эти фаланги, руки подводим ближе друг к другу. Вот так вот. Как-то вот так, наверное. А, и прописка. Теперь выбираем кисти, управляющие кости руки. Выбираем, значит, так, это Ctrl Z через Shift позвоночник. Только на лампаде. R G. И вот эти руки подводим, значит, сначала ближе телу. Так, выравниваем еще позвоночник. Вот так вот. Руки чуть-чуть повыше, чуть-чуть поближе. Так, ну и голову, значит, пусть он сначала посмотрит влево-вправо, да? А, и следом нагинается и пьет, значит, уже рук. Понятно. Так, башка у него, так, R перекручивается назад. Опускается. Нагинаем тело вперед. Вот так. И подносим, значит, нашей бушка вот эти руки. Так. G. И открываем рот, и будет он. Так, что у него тут? Вытелись нормально. Так, теперь, значит, руки. G еще повыше перекручиваем. Вот так. Оп. А голова чуть-чуть еще пониже. Вот так вот. А? Так, здесь он, значит, должен выровняться. Так, выбираем руки, выбираем позвоночник. И вот так он
Значит, выгибается. Вот так вот. Голова чуть-чуть идет кверху так. И значит G. Вот это все дело он допивает. Побольше откроем пасть. А, и... А ну-ка. Так, а вот здесь уже маленькая нестыковка. Вот эти лапы нужно подкорректировать под это движение. Так, тройка на нампаде. Значит, G. Так, здесь еще отводятся локти, потому что он так близко не может их держать. Так. И вот эту пасть немножко надо прикрыть, ну, чтобы движуха шла челюсти. А, и. Так. Ну, такая штука. Так, здесь он, значит, садится. И нам понадобятся вот эти два кадра теперь. Вот эти. И в D. И отводим их на 200. Так, какой тут? Во. Так, вот здесь вот движуха немножко наперед он делает эту. Так, и немного, наверное, его все-таки оттащим. Вот так вот раз. А, и. И смотрим, что получилось. Значит, здесь он раз, набирает воду. О, пьет. Так, здесь что у него происходит? Возможно, вот это расстояние нужно будет ликвидировать. И получается, вот он садится. Так, тройка на нампаде. Эти руки сделаем вот так. Вот этот кадр G оттащим на 170. Ну, у меня, по крайней мере. Так, теперь эти руки отведем подальше. Так, и немножко, наверное, как бы разведем. Ну, чтобы он забирал воду, начерпывал. Так, и немного таз. Чуть-чуть вбок, вот так. А, и. Во. Вот теперь он зачерпнул, посмотрел в сторону, и классная штука. Так, здесь что у него тут получается с руками? Так, а ну-ка вот эту руку чуть-чуть поменьше сделать. О, вот так вот.
Так, а он вот пьет, у него вот эти лапы. О, а как же он так пьет, у него? Получается, какая штука должна еще быть, да? Это вот эти кости. Так-то, в принципе, нормально он пьет. Но вот эти кости можно еще, значит, G увести сюда. Вот так как-то. Вот. Это еще один вариант будет. Поближе, значит, руки. Это вот так отворот. Тогда получается, что вот он пьет воду. Сыграть тогда можно на ключицах. Выбираем ключицы и как бы раз сверху приподнимаем. Вот такая еще вариация попойки. И вот этот кадр, а ну-ка, G, я его пока уберу. Ну, в принципе, что, с локтями тоже он неплохо пьет. Ну, можно, конечно, его вот этот вот поворот чуть меньше сделать, допустим, вот так вот, раз, R. Тогда руки надо опустить будет ниже. Так, а где его управлялки? Вот она и вот она. Так, тройка на нампаде, G. Так, голова теперь, значит, R. И вот эти, опять же, управляющие. Так, вот так и чуть-чуть наклон. Во. Так, а если вот так вот его поджимать, у меня тела-то не хватит расстояния. Ладно, и прописка. Садится, пьет. Так. Ну, все нормально. А если вот этот кадр, ну, этот кадр можно так, Shift D. И, допустим, подставить на какой тут у него. Где у него тут попойка. Вот она, да? Ага. Это значит, что G. И наставляем, накладываем на этот кадр. Ну, вот такой вариант еще. Значит, у водопоя. Пока это Ctrl-Z, Ctrl-Z. И этот кадр я G пока уведу. Вот так. Теперь выбираю. Так, что здесь? Остался один кадр, где он стоит. Да, значит, тут вот это все дело перетаскиваем G поближе к этому кадру. И теперь назначаем с первого кадра. Так, это у меня получается вышло 150 кадров. 150, Enter. Так, Empty пока можно отключить. Так, ну вот этот подъем, в принципе, он нужен, наверное, ж нужен, значит,
чуть-чуть задержку сделаем. И подальше это все дело отведем. Так. Делаем Shift-D, дублируем кадр. Так. А как же так же? Я шел. А, я его не перепрописал. Я его не прописал. Ну ничего, сейчас исправим это дело опять же. Все бывает, все, конечно. Так. Ну и руки опускаем пониже. F. Расслабляем. Вот так. А, и. Тогда вот этот дублируем, делаем Shift-D и переводим его на первый кадр. Так, 163. 163. Вот обезьяна пьет воду. Так, а что тут? Вот тут, да, с челюстью. О, аж палец заглотнуло. Ух ты, идите. Это аппетиты. Давайте подправим палец. Так, вот этот палец. Значит, R. Значит, сюда подсогнем. Во. Ну, на этом кадре вроде бы все нормально. Так. Тогда это многовато. Так. Так, здесь многовато все-таки. Чуть-чуть пусть. О.
Ну вот уже нормальный вид. И вода вроде бы затекает в челюсть. Такая штука. Так, а что тут? Нужно подправить вот эти фаланги, да? На какие они тут? Тут все поперепуталось. Так, вот это, наверное, и вот это. Так, это значит, мы еще их куда кидаем? Так, эти правильные. Эти пальцы правильно, а вот эти вот неправильно сейчас. Вот этот и вот этот. О, вот мы их теперь R опустим ниже. Вот так вот. И теперь нужно вот эти кости руки. Вот для чего они и делаются. Значит, вот эту кость и вот эту кость тоже чуть-чуть развернуть. Так, а ну-ка. Так, есть такое дело. Так, тогда эти пальцы подгибаем. Назад. И нужно просто развернуть вот эту кисть. Чуть-чуть. Значит, R. И чуть-чуть ее вниз отведем. Да, вот так уже, наверное, будет получше. И вот эти пальцы подогнем. Так. Вот. Уже получше. Так, а что у нас тут? Так, кто у нас язык? Ну, да. Так, теперь выбираем, значит, вот эти руки. И прописываем их на все кадры. Значит, Shift D, Shift D. Для чего? Для того, чтобы заменить анимацию вот этих пальцев всех. Получается вот. О. Тогда здесь нужно еще их перепрописать.
Так, окей. Так, еще что можно сделать? Надо, наверное, голову еще вот так вот. И вот этот G, уже чтобы он типа до конца выпил. А, и угу. Так, а где тут? Так, вот на этом кадре, наверное, чуть-чуть, значит, лапу приподнимем. И чуть-чуть пусть, наверное, движуху какую-то сделает. Чё он так просто стоит? Так, а садится он достаточно быстро. Значит, нужно вот это все делаем. Так вот, с этим кадром G еще чуть-чуть оттянуть. Ну, теперь понежнее садится. Не так быстро и без рывков. Так, не понял. На каком кадре еще руки не подправил. Так, вот этот кадр можно delete удалить. Во, теперь будет мягче. И прописать. И что тут еще? Так, а вот здесь уже. Так, значит, это он садится, зачерпывает. Так, и вот здесь вот лапы, по-моему, как напряжены. А ну-ка. Ну да, чуть повыше их поднять надо. Так, на 60-м тогда тоже движуху создаем, приподнимаем. Ну все, напился. Вот такая вот еще информация. Еще можно ее пошлифовать, тут кое-что поделать. Тоже можно использовать в игрушке, допустим, какой-нибудь. Все, всем пока, до свидания. Еще потом какие-нибудь... А, еще анимация еды и смерти. Пока.